решила прокатить с детьми по бездорожью. Да я столько мало. Нет, мы Ого. Миллиметр в миллиметр. Я умею. Вон тропка кабани. Итак, мы приехали на место. Я надеюсь, оно грибное, да, Маш? Машуль? Ты что, Маш? Грибное место? Мишутка, нет. Грибник. Нет. Что это ты вынул? Веревку, ты веревку, видишь? Так, все, я ушла. Давай сюда веревку. Сейчас быстренько поищем с вами грибочки. Я хочу набрать зонтов. Мишенька, молодец. Мишута нашел гриб. И это гриб? Да. Смотрите, какой толстячок. Это знаешь что? Подберезовик, Мишут. Пап! Да, какой хороший. Умница. Ух ты, посмотрите, еще один подберезовик. Класс. Сейчас, Мишань, я к тебе приду. Ух, мы только зашли в лес. Даже еще не зашли в лес. И уже столько грибов. Реально грибы есть. Посмотрите еще. Это все на одном месте. Столько грибов. Старенькие подберезовики. Старенькие червивые. Слушайте, полно грибов. Я не ожидала. Мы сколько лет ездим в этот лес. Покажи, где. Вот. Раз, два, три. Но это старый. А, нет, хороший. Нет, тоже. Угу. Вот, вот и все. Что, где? О, красота. А вот еще. Да. Покажи грибок. Не видно, выше. Ты сколько стоит? Ну, сейчас после этого дождя попал. И у тебя ножик. Конечно. Ну ладно, не всегда, Коль. Не всегда. Зонтов нету, почему? Здесь всегда полно зонтов. Да. А сейчас нет. Дома. Вот тоже коленки грязные. Мам! О, грибочек! Нет, такой мы не собираем. Мам. Нет, Миш, я не знаю, что это за гриб. А если мы не знаем, что это за гриб, мы проходим мимо. Ну, мы его не выделили, потому что он хороший, да? Угу. Мы дошли до озера. Мам, да. А ты что заяли? Тебе. Шиповник. Вот мы нашли зонтик. Но мы его не будем, Мишут, брать. Покажи мне этот зонтик. Шляпка должна. Ну, колечко должно двигаться на ножке свободно. Да, хороший. У зонтиков мы берем только шляпку. Держи. Только шляпку. Есть зонты? Зонты нужны. Мам, колечко отрываем. Колечко, да, убирай. Мы только шляпку возьмем, ножка нам не нужна. Где зонтики у тебя тут? Вот два. А, да. Вот, да. Это старый зонт. Да, да. Это тоже старый зонт. Да. Да, давай. Мам, вот. Что? Да. Угу. Вот, вот, вот. А вот это где? Пойдем, пойдем, Маш. Да, а вот зонт. Айда. Ой, кулема. Thank you.
вот в таком прекрасном месте мы собираем грибочки. Лес, озеро. И совсем рядышком с домом. Класс. Ой. Только вот дождик нам все испортил. Мы уже приодели куртки. Как-то прохладно у нас. Ну что же, жарю зонтики в кляре. Слон побежал. Слониха. Пойдемте домой. Ко мне, ко мне, ко мне, Лада! Моя хорошая! Гигантика моя! Гигантику. Гигантская собака. Пойдем гусят загонять. Да-да-да-да-да. Давайте. Чего у них там? Гоготание. А, у них уж там вкусняшка лежит. Хлебушек размоченный. Хорошо. Объект не выкидывать. А куда? Свиньям. Их? Да. Ничего себе. Безотходное производство называется. Не надо, Лада. Ты не знакома с кроликами, не надо тебе этого. Ну-ка, не пугай. Ба, кролик испугался. Ну зачем ты так делаешь? Игруля. Спрятался он в домик, бедненький, Лада. Коль, подними вот эту вот железку. В чё она упала-то? Кто ее сбросил? А это положил. А тут нет что никого? Есть. Черная крольчиха. Дороти. Кто? Дороти. По 15 раз их переименовалась.